Так, друзья, у нас снова Far Cry 4, и давайте пометим сразу. А, ну тут метить-то ничего не надо, нет, подождите. О, тут тоже пушки можно вытащить. Смотрите-ка, я что подумал. У нас там, по-моему, сказано по наву, по изготовлению, что вот тут вот можно носить больше обычных, так, это не, можно больше обычных сигнальных... сигнальных ракет, боеприпасов для огнемета и гранатомета. Так, а почему написано здесь можно носить больше, и тут то же самое? Ну, не знаю. Так, а что это значит? Сейчас мы посмотрим, что у нас за оружие хотя бы. Как оно называется? Чё-то забыл. Так. Во. Как оно называется? М79. А, так, продать надо что-то. Продавать-то особо нечего, вроде бы. Так, это все. Так, оружие М79. Смотрим, оно у нас, по-моему, открылось. Так, надо посмотреть, где. Может быть, уникальным что-то есть? А вот, подожди, карты я хотел посмотреть. Так, обновление карты мира с указанием местонахождений коллекционных предметов. Вот смотрите, вот у нас тут. Во, клады. Что можно, что бы вы хотели? Что бы вы мне посоветовали? Так. Значит, так, что здесь у нас? Не, меня интересуют вот клады. Ну, ладно, не суть. Давайте уникальное все-таки. Я даже не знаю, где же такое оружие. Пистолет. Да не пистолет. Хотя, может... А, вот, слушайте. Это что получается, что... Офигеть. Подождите, это что получается, что мы можем его... Так, подожди, что я хотел посмотреть? Что я про него хотел посмотреть-то? А что такой урон-то слабый? Почему такой урон реально слабый? Это же вроде мощное оружие. Так, а что же я хотел... Я что-то забыл же, что я хотел посмотреть-то? Точнее, зачем я его достал? Получается, его можно... навесить на место. А, да, я хотел посмотреть. Это пистолет, значит. Патрон на него. А, то есть шкура медведя не нужна на него. Подождите, изменить. Во. Выбрать. Офигеть! Это что, получается, мы сможем. Сейчас. Что у нас там? Я забыл. Снайпер. Лук, наверное, сможем еще носить. Либо какой-нибудь дробовик. Блин, круто. Купите настрои, пистолеты, оружие. Где наш лук? Так, вот он. Так, вот сюда его. Да. Ну, нет, тот пулемет, конечно, крутой, но... Мини-пулемет. Но все же... Вот это вот штукенц. Так, подождите. Почему... Ага, вот как. 4. Во, вот сюда глушитель надо поставить, наверное. Так, что это за оружие? Надо глянуть хотя бы. Так, сразу смотрим. Четверку нажимаем. Это у нас Z93. Ну-ка, смотрим, где оно такое. Уникальное, наверное, здесь. Не-не-не, вот тут оно, я помню. Вот оно. Z90. Да подними. Во. Ну, урон явно превышает, да, слушайте. Давайте попробуем его приглушить. Ну, у нас не пишут, что урон. А, вот. Используй затвором. Так, а проглушитель нам ничего не пишут. Можно снять его, кстати. Как? Во. Улучшенный прицел. А чем он отличается? А, смотрите, дальность лучше, точность, мобильность. А, дальность только лучше, и все. А, подождите, нет. Это вот между... С этим, если сравнивать. Ну, нам это пока не надо. Подожди, а точно? Ну-ка. Да, точно, это просто он. Хороший прицел. А сколько патронов? Ну, давайте попробуем прицел. Или нафига он нам нужен? Давайте попробуем, просто ради интереса. Перекрасим его в...
Так, ладно, не будем. Все, погнали же быстрее на задание. А, приближать можно. Ну, это круто. Из дальних можно позиций. Вообще шикарно, не жалею даже. 50 тысяч то, что потратил. Ну, правда, дороговато реально для 50 тысяч-то. Так, вот тут у нас машинка. А, да, быстрое перемещение, совсем забыл. Да. Так, что-то там про Юму нам написали. Во, компьютер. Это что такое вообще? Это какой год? Какого года этот компьютер? Так, ну нам вот сюда, наверное, выходить. Так, давайте глянем, что у нас по инъекторам. 12 штук! Шикарно, что я могу сказать? Ящик пропустил в тот раз. Блин, нормально даются ящиков. 6 тысяч. Это же просто шикарно. Так, ну что... Слушайте, а помните, я в тот раз вам говорил, что вот эти растения, это просто фотография? Ну, ну, в принципе, вроде нормально. Меня еще удивляет то, что в Far Cry такая была в третьей части, не знаю, как здесь. Все предметы освечивались каким-то светом черным. Вот он здесь тоже есть. Ну, видите, у него контур какой-то черный, светящийся вокруг предметов. Не знаю, что это. Так. Так, нас уже ждет чувак. Так что давайте к нему уже залезем. Надо было тут посмотреть еще что-нибудь. Полная херня! Эй, тебя что, не учили? Сначала стучи. Где оригиналы? Повторяю, раз ты такой забывчивый. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Ладно. Ну да. Залазь, расскажу тебе кое-что. Так сказать, авансом. Хорошо. Валяй. Я встретил твоего отца в Тиртхе, ну и за стаканом другим принял в наши ряды. Он тогда впахивал на Пейгана Мина. Глаза светятся, все дела. Когда Мин прикончил наследника трона, такой вал говна поднялся. Извиняюсь, конечно. Что? Не-не-не, я тебя не слышу! Не парься, справимся с этой работой. Куда полетел, ёб... полный расклад. Гималай. Ну ясно. А Гималай это... блин, это же далеко... Ну, смотря в какой мы стране. Ну я имею в виду, в какой стороне вообще. Вы вовремя уехали, в Керате стало тяжко. И судя по всему, виновата Юма. Есть вопросы? Задай их ей. Что о ней знаешь? Лучшая подружка Пейгана. Из Гонконга. Дриада аж по самый Инь-Ян. В курсе, что это? Инь-Ян. А ну да. Так, а зачем мы тут? Хотим прикрыть одну из лавочек Юмы. Выгорит. Заставим даму говорить. Эх. Козлина взял и высадил меня. Так, ну ладно, что надо быть убитым? А, ну все, конечно, замочим сейчас кого-нибудь. Так, смотрим. Так, а насколько он приближает, смотрите. Значит, раз... Ага, только в два раза. Ну, то есть раз-раз, все. Все ясно. Монастырь Акаш. Вот. Так, ну, нормально спускаемся. Так, снег хороший. Так, а это что нахора, по-моему, да? Ну, нам не нужна нахора. Наверное. Кстати, давайте посмотрим по навыкам. Вон, дофига навыков. Я знаешь, что я открыл? Нашел. Да, две ячейки здоровья, полевой хирург. Классная штука, по-моему. Всего сопровождение выполнить. Блин, это взорвать, по-моему, эту машину или что там надо сделать. Ну, перехватить. От огнестрельного оружия. Купить одно уникальное оружие. А, уникальное. Да легко, пистолет какой-нибудь купим. Нормально, чё? Так. Давайте посмотрим. Кстати, по заданию у нас что? А, найдите... О, смотрите, где мы находимся, кстати. Тут можно позахватывать. Ну ладно. Так, еще кое-что по изготовлению. Я так и не посмотрел. Ну вот,
медоеды, все стандартно. Просто все время забываю. Вот, собственно, эти чувачки. Так, почему такая чувствительность фиговая у фотоаппарата? Там забраться можно, я думаю. Так, это, видимо, наша цель, нет? Почему он оранжевый? Непонятно. А, помощник. А что, того, что ли? Ну, по сути дела, это он. 250. Блин. Уиллис, с помощником Юмы разобрался. Ты уверен, что это был нужный? Как, по-твоему, я могу это проверить? Сфотографируй и пришли фото мне. Вертик. Смерть очистит тебя! Годи, во-во-во. Да сядь ты. Да ёп! Не на ту кнопочку нажимаю, извините. Можно было тихо с ними разобраться. На 50 дают с каждого в голову, когда мочим. Доберем снайперку, чё? Чё мы лохи, что ли? Так, а где? Кто палит? Вон, бам. А кто-то еще палит, я даже не вижу. Снайпер какой-то, по сути дела, да? А, да, он там где-то. А, вон он. Фига он. Так, вот это что за пушка у нас здесь? Ну, все ясно, я ее видел. Так, что дальше делаем? Там где-то один засел. Так, что у нас тут? Кто-то палит. А, вон он. По головам, в принципе, у нас мощное оружие, но все равно лучше в голову. Больше опыта, больше очков. Да, дают. Так, мы забыли, что нам можно еще приближать. Так, а кто-то еще палит? Кто, я не вижу. Вон там один. Промахнулся, да, походу? Сейчас попал. Ну-ка, посмотрим, а их берет эта снайперка? С первого раза, да, берет вроде бы. И вот давайте на этого последний патрончик. Не упадем мы тут? Да, отлично, перезаряд. Ну все, наминусовали их. Пошлите фотографировать. Забраться, я вижу. Опять получили, походу, очко навыка. Да, уже двенашка. Вот это, дай, по-моему, чувак. Давайте его берем сначала. По сути дела, нам походу, туда дальше надо будет идти, насколько я знаю. Так. Все. По нулям. Не твоя цель. Да вы офигели. Следи за раскопками Юмы. Знаешь что? Зачисти в этой зоне всех парней, которые на вид годны на что-то большее, чем мытье посуды и чистка сортира. Знаешь, дебиз американской армии? Убивайте всех, Господь своих опознает. Свяжись со мной, как захочешь. Что, когда я сделаю? Это самое... Что-то хотел сказать. Память у меня, конечно. Так. Так, я говорю... А, вот. Так и знал, что надо было сюда идти. Так, а у нас на карте отображается. Так, ну что, я надеюсь, все, да, вот там снайпер где-то был. Ладно, давайте, погнали. Классная винтовка, я вам скажу, вообще классные пушки. Так, у нас тут вот сейчас. И заряжает. Да не-не, он так, он по одной заряжает, я совсем забыл. Так, ну все. Привет, козлики. Так, сейчас, походу, катсцена будет. Нет? Да нет, вроде, контрольная точка, по-моему. Так, нам надо добраться до заброшенного монастыря. Ну, давайте минусовать их. Хотя нет. Сейчас оценим обстановку с верхов. Там вроде никого нет. Так, ну можно сверху прыгнуть. Так, хотя нафига. Знаете, что можно сделать? Так, бронежилет нам чуть-чуть покоцали.
Может сделать бесшумно. Хотя не получится, наверное. Если только вот так. Хрен его знает, где там. Ладно, я хотел с ножа, а он куда-то ушел, тот, что с его напарником, в окне, который был. Вот он. Дорогой, головку-то побольше высунь. Ой, убрал голову, засранец. Ладно, сейчас мы будем тогда... Что ж такой косой-то я? Бакс, бедра, не получилось. Ну ладно, давайте пулемета тогда их мочить. Так. Попробуй разберись. Ну, все, началось. Месилово. Надо перезарядим, пожалуй. Такая огромная достаточно снайперская винтовка. Сейчас мы его осмотрим. Может быть, что-нибудь полезное будет. Ну, по-любому, что-нибудь полезное будет. Флешка вам, пожалуйста. Плюс 3000. Плюс круто то, что мы это все мы сможем потом продавать. То есть не только то, что мы насобирали. Можно использовать нашу функцию инъектор. А, вот он. Думает, я его не замечу. Точнее, ну, я его не заметил. Давайте осмотрим с ним. Черт у нас. Ой. Извините, не то хотел сделать. Так, подожди, а почему я не могу его смотреть-то? Во. Не так встал просто. Перезарядим на всякий случай. Ну, точнее, просто заранее. Так, а тут у нас... Ну, нам, походу, я даже не знаю, ну... А, подожди, у меня есть идея. А, здесь забраться нельзя, но здесь можно. Так. Ладно. Хочешь выше, будет тебе выше. Тут у нас патрончики. Гранатки. Мы, кстати, не использовали. Сейчас посмотрим. Первое, второе, 18, третье. О, перезарядить нужно. Ну, чтобы уж по максимуму. Перезарядка у нас достаточно быстрая. Вот, все, теперь на максимуме мы. Так. Ну, все, наверх. Там, наверное, сейчас нас ждать уже будут. А может, и не будут. Какая-то крепость прям. Вот это точно катсцена какая-то сейчас будет. Не-не-не, не будет. Наверное, это просто тяжелые ворота такие. А, так. Ага, ну давайте используем уж инъектор, ладно. Так, по-быстрому залазим. Сейчас мы куда-нибудь... Да, ножик использовали. Ну ладно, пускай так хотя бы. Сотку же зато дали. Так, вот там головешка через... Почему-то через ссаное покрывало даже вот это не прострелилось. Вот сейчас прострелилось. Так, кто собирается сдаваться? Никто не... Так, ребятки, да у вас мало шансов. Ну-ка, выкурим его. А, не, я немного не туда даже кинул. Ладно, погнали. Не, подожди. Не будем пока перезаряжаться. Это еще что такое? Мышь через текстуру бегает. Через снег, наверное, просто. Почему она подсвечивается? Машинка это особенная. Ну, ладно, пофиг. А, наверное, мы использовали инъектор, поэтому. Да как же так-то? Ну вы сами все видели. Он засранец просто, нагнулся, гад. Так, ну что, вон там наша цель, походу. Сейчас мы его минусанем. Да, вот, все, мы ликвидировали. Вот этого в голову. Так, ну этого просто, наверное, да. Так, ну этого хотел примерно в голову, там даже вообще даже, по-моему, в тело бы не попал. Ладно, суть. Сейчас вот этот, наверное... Да, голову. Прострел хороший через деревяшки все-таки.
Ой-ой-ой, прицел начался. То есть, ну, я ксанул, да, согласен. Голову. За... Так, надо лечиться, нафиг. Так, хорошо, что мы их видим, поэтому можем резко вот так выйти. Так, кто там еще палит? Я не вижу. А, вон он, гад. Ну, что-то я реально косой какой-то. Ну ладно, давайте. Все, не будем больше косить. Раз. Голова. А, прицел трясется. Надо нежданчиком выйти, вот так вот. А, не простреливается, походу. Да что ж такой резвый-то? Офигеть. Ой-ой-ой. Гренет не очень круто. Ну, он сюда бы, наверное, не докинул. Ладно, погнали. Нам, походу, опять щелкнуть его нужно, да? Не, нам не надо его щелкать. Посмотреть, наверное. Хотя хрен знает, давайте попробуем. Какой-то ключ. Я нашел ключ на одном трупе. Возьми с полки пирожок. Убьешь командира, звони. Ща, так вот тут надо поискать что-нибудь. Так, патрончики на... Я немного не понимаю, где алмазы, наверное, наверху. Патрончики на снайперку бы мне дали. И было бы все зашибись. Да, вот тут, наверное, где-то. Да, вот с этой стороны наверняка. Ну, точно, точно, да, вот точно. Так, а там внизу, наоборот, почему-то я там не заметил. Ну, ладно. А, или даже, наоборот, наверху. Да что ты делаешь? Красавчик, давай. Либо подождите, либо нет. Да, это вообще вон там внизу я вижу. Но здесь опасно спускаться. Хотел перепрыгнуть, потом испугался, думаю, ну ладно. Так, все будем с... Ой, бронежилет, слушайте, как шикарно. Так, ну давайте, да, конечно. Конечно, не будем менять это, так, посмотреть просто. Так, смотрим. Все, да, все патроны собрали. Они очень-то и тут, и густо. Ну, может, здесь тоже есть где-нибудь патрончики, но я... Ну, там, вон они, я вижу их даже. Так. А с этого пулемета нам даже перезаряжаться не надо. Да, мы на него, видимо, даже не смотрели с него. Во, круто, ну-ка. Не понял, еще, что ли, можно взять? Да, еще можно взять, офигенно. С этого-то сейчас посмотрим, что там с него упадет. С него значок упал. Шикарно. Так. А, и нам, наверное, еще надо спуститься вниз для того, чтобы осмотреть вон тот манящий ящичек. И здесь также. Ладно, погнали. Но перед этим... О, аптечка шикарная и миномет. Можно было его использовать. Так, а вот ящичек, я немного не понимаю, где он, наверное, вот здесь, скорее всего. Непонятным каким-то образом он забирается, цепляется, я даже не знаю за что. Ну вот, запрятали здесь. А здесь нам что-то там написали и плюс 6000 нам дали еще. Вот, все вроде. Доски какие-то ненужные совершенно нам. На данный момент. Сейчас мы почитаем, что тут написано. Для доступа в Zoom Charlie необходим доступ третьего уровня. Если вас не инструктировали по поводу операции на территории монастыря, вы даже не должны читать это уведомление. Любой, кто будет находиться внутри без соответствующих документов, будет убит на месте. Ну, с такой-то снайперской винтовкой, я думаю, меня и без уведомления, ну, и без обучения, или что там было написано, пустят. Так, что это, что за звуки? Вы это тоже слышали? Я не понимаю, это музыка такая или это залагало только что? Не, ну если бы залагало, то бы игра, наверное, зависла. А тут хрен его знает. Я думаю, не бывает такого, чтобы звук залагал отдельно от игры. Стой, как мне отсюда выбираться? Не сцеп прорвешься. Когда надо будет, я вернусь. Да-то, так, а тут где-то что-то есть. Как фонарь вырубить? Блин.
крестик вот этот нарисован. Шкура, видимо, хрен знает, может, наверху. Так, а что надо сделать-то? Проберитесь через пещеру. Ну, давайте, не знаю, инъектор используем. Нет. Ну, пока что рано. Там тяжеловес, я вижу. Как-то каким-то образом я его засек, сам не знаю, каким. Вот сейчас уже подошли немного, давайте. Так, а это что такое вот это? Так, уменьшает урон в рукопашную. Чего? Только в рукопашную? Да вы офигели. Подождите, да не может быть. Навыки. Вот. А, нет, это не то. Во. Меньше физического урона. Блин, это в рукопашную имеется в виду. Я-то не понял. Немного не то качнул. Ну вот они все тут как на ладони теперь. Мы даже сможем пробежаться немножечко. Так, вот там далеко еще тяжеловес. Ну, серьезные ребятки здесь. Не знаю, сможем ли... Ой, что это опять за телепорты? Значит, можно всех их замочить. И... Так, что это они из... Ёб твои, офигеть. А, значит, что я говорю? А, замочить их всех. И либо просто как-то прорваться. Хрен его знает. Ну что, как вы думаете, что будем делать? Мне кажется, круто было бы их замесить. Но вот один способ я уже вижу. Например, вот... Ну ладно, давайте попробуем. Мне интересно, пострелять будет, наверное. Так, ну вот один минус уже есть. А, также не забывать, что у нас здесь тяжеловес. Так, вот тот смачно стоит. Ладно, давайте минусанем сначала этого. Так, стоп, а у нас и нет взрывных. Как же я не купил-то их? А я на радостях думаю. Ну ладно, тогда вот это будем бомбить его сейчас. Вот эту. А, нет, зачем бомбить? Сначала будем минусовать их вот так вот. Голову. И теперь берем нашу вот эту пушкенцию. Ну и все, 300-ку получили. Почему-то. А тогда, помню, в голову, по-моему, 250, нет? Ладно, они нас услышали. Так, этого обыщем. А, можно огнемет взять, но... А, можно было, может, и под водой, кстати, проплыть. Достаточно, я думаю, хороший вариант. Это я зря сделал. Ладно, берем наш пулеметик. Бежали сюда. Ладно, давайте мочим их. Да ладно, вы смеетесь, я ни разу не попал. Но этого гренами закидываем. Да ладно, не попал. Попал. Снайперка в голову нет. Да, в голову. 250, а 300-ку за взрыв дают. Конечно, взрывать их будем. Так. Не, вы это видели, ребят? Офигеть. А у меня просто долбит, я даже не успеваю прицелиться. Одним патроном сможем? Да, сможем. Так, и того мы сейчас будем нашим гранатометом мочить. У нас он стоит вот здесь. Так что давайте. Бах! Чё он говорит? Все, 300-ку заодно дали. И здесь бы нам патрончиков с них собрать. Здесь какая-то записочка. Так, здесь написано. Мы углубились в гроты за монастырем и нашли колокол. Должно быть, это попытка воссоздать одного из колокол просветления, которые упоминаются в некоторых текстах о Шангри-Ла. Символы на нем отличаются от тех, какие можно увидеть на колокольнях Нашура, который встречается по всему Кирата. Отчет археолога. Колокол? 6 августа. Что-то не очень какая-то полезная тема здесь. Ой, подождите, что я выбросил? Вроде то, что надо. Так, с этого мы собрали, а вот с этого еще надо. Ну, на огнемет штука хорошая, но давайте между тем
Не будем пока что. Ну, у него дальность хорошая, я так обратил внимание. Так, а вот здесь вот есть... Понятно, где ящик. Ну, наверное, вот здесь наверху. Так, ну, у них могут быть там патрончики, это безусловно. Так, не понял, во. А, чуть не пропустил. И все, идем дальше. Что я могу... Что еще можно сказать? Вот тут у них аптечка, может быть? Нет, патроны, ну, тоже круто. Так, а вот с аптечками, кстати, у нас фигово. Их уже 3 осталось всего. Сколько бы много зеленых листьев не собирали, все равно... И бывают такие моменты, когда их просто количество иссякает. И поэтому нам необходимо просто прокачать функцию на восстановление здоровья в 2 ячейки собственными руками. То есть там, не знаю, руку перевязал, плюс 2 ячейки, а раньше было плюс 1. Но для этого нам нужно всего лишь задание с каким-то там конвоем, и я не знаю, что с ним там делать. Вот здесь могут быть очень какие-то тайные ходы, пасхалки всякие от разработчиков, но давайте уже быстрее двигаться. Я думаю, те, кто любит бродилки какие-нибудь, обязательно этим заинтересуются. Но почему-то мне кажется, что все-таки здесь ничего нету. Так, снайперы у них странные немного. Меня даже не палят. Что же они за снайперы-то такие? Так, ну что, идем сюда тогда. Так, и отсюда давайте смотреть их. Ну, отсюда я никого не вижу. Ну, там бочечка классно стоит, даже не одна бочка, а несколько. Поэтому давайте тут же бахнем. Одного минусанули, обвал произошел. Этого в голову забираю. Да ладно, не забрал. А, все, забрал, все правильно, да. Так, вот тут... Это не бочка, походу, да? Вот это я зря. Вот это опять зря. Так, один меня, кстати говоря, они меня не заметили, между прочим. Ну, я имею в виду то, что я с глушителем. Почти попал. А, да, можно же сосульки еще сбивать. По-моему. Ну, давайте попробуем. Ладно, давайте используем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Напомните им, что бывает с врагами мина. Простреливать, что ли, можно было? Почему-то мне показали. Так, ну тут же его... Ой-ой-ой-ой, дорогой, куда ты вышел? Ну, сдохни ты уже. Ну, вроде голову-то попал, там нет... Ладно, не суть. Самое главное заминусовать их всех. Вот это главное, так это. Именем короля, умри! Именем короля. Ё-моё, гранат что ли? Да, гранат, походу, меня кинули. Аптечка как раз таки, кстати, здесь. Так. Ой-ой-ой-ой, офигеть. Ну, этого придется снайперкой сносить. Где он, кстати говоря, я его даже не вижу. Вон он. В голову. Чуть нарисовано снайпер. Ну да, ой, надо еще приближать учиться, я забываю. Это не снайпер, это просто РПГшник, который обозначается так же примерно, как и снайпер. Тем не менее, давайте перезаряжать все оружие. У меня просто замечательные пушки, но почему-то я ими не особо пользуюсь. Ну, например, что касается... На гранатомет. Будем выкидывать нашего, я не помню, как он называется. Давайте сейчас заодно посмотрим. М79. Почему перезаряжается? Я не нажимал. А, ну еще глюк произошел, видимо. Хрен узнает, ладно. А, подождите, а нам вообще он на ту сторону? Ну, по-любому здесь как-то проходить. Так, гранатомет. Гранатомет. Давайте попробуем. Мне нравится. Очень реалистичные здесь в этой игре взрывы.
Гранатомет, пушка, безусловно, прекрасная. Это какой-то новый лук, или мне кажется? Ладно. Мне кажется, у нас только два лука имеются. В магазине вообще. Здесь мы по-любому идем вот сюда, потому что здесь... А, нет, подождите, что-то я не туда куда-то пошел. Там внизу могут быть какие-то ящики, да? Ну, собственно говоря, вот и ящик. Ладно, пофиг. Там можно вот спуститься, да, я вижу уже. Но неохота идти назад. Давайте движемся. Будем двигаться только вперед. Так, здесь что-то можно было сделать. А, ну оружие сменить и вот этого чувака у нас. Посмотреть, осмотреть. Что же у нас тут есть? У нас тут... Так, этого попал. Можно... Ой, нет. Что-то я как-то замешкался. Так, 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 вон он. Да, в голову попал, не знаю сам, как. Вон там пулемет, ой-ой-ой. Ай, как не вовремя он меня стрельнул. Давайте вот так вот. Раз. Не забывай, можно же приближать. Да, как так? Вы видели? И вроде попал же. Офигеть, что-то я... Да, надо потренироваться с нее. Сейчас попал. Спешу, наверное, слишком. О. Офигеть. Еще один инъектор. Используем. Сейчас. Готово? Да, все сделал. Ага. Сейчас я завтрак доем, а там и тебя подхвачу. Бекона в этой стране днем с огнем не сыщешь, мать твою. Отбой. Он там жрет, а я... Ой, что это такое? Баг какой-то, видимо. Ой, а... Ну что, молокосос, как ты... Там, полет нормальный? Найду другой выход на Йому. Свяжусь с тобой. Ага, мы выполнили. Ну чё, круто. Я надеюсь, ты не простудишься, а то реально. Куда нам лететь-то сейчас? Так, смотрим. Что тут по навыкам? 14 навыков, блин, ну по-любому надо что-то качать уже. Так, ну давайте, вот, что тут написано. А, находящих ниже... Так, нажмите, находясь ниже одного или двух противников, стоящих на доступном уступе, чтобы убить их. Ну, это хорошая функция, но... Вот это надо качать. А, нет, нет, вот это. Так, а это что такое? Бегайте и плавайте. Количество получать очков кармы. Лично 5%. Ну да, нам нужны эти 5% обязательно. Конечно, блин. Так, точность стрельбы на вскидку. Без использования. Лично больше видов, для большинства видов оружия. Подождите. Почему показывается правая кнопка мыши? Правая кнопка мыши, насколько я знаю, это прицел. А, без использования. Все, что-то не увидел даже. Все, пофиг, качаем. Раз, может быть, держи больше урона. Но это не надо. Отпадение. Вот это классно, по-моему, да. Око за око надо выполнить. Ладно, посмотрим. Так, да-да-да, между тем. А, вот опять задание компании. Ребят, да вы шутите. Сколько всего мы открыли на этой карте. Так. Фига мы тогда улетаем. Куда мы прилетим в итоге, я не пойму. Око за око. Так, изготовление. Медоед нам нужен, кстати. Медоед и тигр. Медоед и тигр. По карте у нас это... Где это такое вообще? Медоед здесь и тигр здесь. И аванпост здесь. А нафига нам аванпост там? Нужен он там? Да не особо нужен. А так. В принципе, можем сюда сразу переместиться. Здание компании. Да все правильно, это есть компания у нас. Так, а смысл? Идем тогда вот сюда.
Захватывайте, друзья мои, аванпосты, открывайте вышки. Это все очень круто. Ну, мне, по крайней мере, нравится. Так, ладно. Освобождение заложников. Британская империя. Во, надо купить. Новое оружие нам даются. Разные, бесплатные. Или хрен их знает, бесплатные или нет. 800. Таблетки продаем. Так, это... Быстрые продажи не будем использовать. Офигеть, сколько у нас бабла уже. Кувалда. Блин, а я точно ненужное продаю, а то мало ли. Так, и все, наверное. Да, бумажник полон. С ума сойти. Тогда закупаем, во-первых, все вот это. Все это дела. Бронежилет. По максимуму инъекторов. Так. Появились дела. Так, уникальное. Смотрим. Так, насчет стрел, я не знаю. Мы... Или нам нужен, во-первых, пулемет, снайперка. Да, мы все пополнили. Вот. Взрывные. Качнули. Так, что бы еще? Ну, можно попробовать оружие. Мы перекрасим. Так, уникальное. Подожди, а что? Зачем нам это надо? Подождите-ка, мне нужно кое-что глянуть. Навыки. Во-во-во, здесь где-то. Вот. От огнестрельного оружия. Так, вы можете... Так, это... Так, вы можете добавить до 5 секунд ко времени действия эффектора... эффекта инъектора. Ну хорошо, пофиг, дополнительный эффект. Теперь вы получите меньше урона от огнестрельного оружия. А что за дополнительный эффект? Непонятно. Дополнительный. Видите, тут какие дополнительные эффекты. Вот тут я не знаю, что это значит. Значит, дополнительный. Меньше урона от огнестрельного оружия. Я надеюсь, это не имеется в виду, блин, огнемет. А именно огнестрел просто. Да ладно. Я чуть все выполнил? Да вы гоните. Не может быть. Так, изготовление. Так, стоп, стоп. Да, я не купил кое-что. Оружие. Вот, изменить. Окраску давайте мы поменяем. Блин. Хотя нафига. Давайте лучше, можно обойму даже. Не-не-не. А, что у нас экипировано? Вот, лук. Лук мы все отлично с окраской. Я просто хочу оружие покрасить. Дальше, уникальное. Что у нас тут? Пулемет. Почему у нас не выбран или это не он? Подождите, у меня точно пулемет-то есть? А то как в тот раз. Так. Перфоратор. Перфоратор. А, ну на него, видимо, видите, нельзя улучшить. Изменить невозможно, да. И что-то еще у нас есть. А, гранатометик наш. Офигенный. Урон у него. А, урон большой, это я что-то перепутал. Так, окраску давайте выберем ему. Вода вот классный. Можно потом что-нибудь поменять. А, да, и предметы. Так, боеприпасы. Нет, боеприпасы не надо. Карту можно купить, у нас бабла дофига. Так, а куда? А, во-во-во, продать. Так, значок, очки продаем. Это продаем, это продаем. Белый лист, я не знаю, зачем он нам нужен. Может, для каких-то... Да-да-да, он нужен для инъекторов, естественно. Но у меня его... Такой функции нету. Я, точнее, не прокачивал ее. Так, здесь почитаем. Пенгенмин напоминает, что все граждане, носящие цвета Золотого Пути, будут расстреляны на месте. Блин, это же дядя нашего главного героя, насколько я знаю. Аджая. Мы должны отправиться сейчас... Ой. 400 метров. Слышите, что говорят? Нур... поговаривают здесь слухи. Нур от... Да-да-да, погиб на арене, Нур, говорят. Так, инъекторов собираем, потому что, как видите,
они достаточно хорошо используются в горах. Ну, потому что там нет цветов, во-первых. Хочешь совет, Аджай? Если ты нанимаешь людей, пользуйся услугами профессионалов. Самых устрашающих, каких найдешь. Знаешь, ради твоей матери я оплатил обучение целой группе студентов-медиков в Сингапуре. И никто из них не вернулся. Можешь поверить в такую неблагодарность? Пол разобрался с их семьями здесь, а я, пользуясь своими связями в Сингапуре, разыскал их самих и воздал по заслугам. Но теперь мне приходится самому себе вскрывать фурункулы. Вот так. Гарри! Принесите мне бинты, сраный антисептик! Так вот, я уже забыл, что хотел сказать. То, что инъекторы в горах используются не потому, что там растений нет, а потому что, ну, бывают сложные просто какие-то моменты. Так. Не, я думаю, там слон стоит. Давай сейчас. О, тигр, нам он как раз нужен. Типа, если они его убьют, у меня шкура-то как нормально, можно будет шкуру использовать. 150 почему-то дали. Это даже ничего не понял. Какого хрена? Так, шкура, пожалуйста, будь. Да, можно с него собрать шкурку. Это очень хорошо. Так, а вот тут что-то нам... О, вот это, вот за что нам 250-то дали. Все, событие кармы завершено. Ну да, с этого мы собрали, а этого у нас... Так, и... Ладно, пофиг. Так, ну что, идем. Так, смотрим, сколько у нас по изготовлению осталось. Офигеть! Два тигра еще. Стоп, а почему у нас здесь тигры исчезли? А, я даже не добрался до туда. Офигеть. Ой. Офигеть, он свинку. Нифига, орел сильный. С ума сойти. Ты, конечно, знаешь, что орлы сильные, но... Чтобы кабана утащить, свинью, точнее, это что-то... Что-то с чем-то. Вот наша цель. А, блях-муха! Это наше дополнительное задание, как раз, которое нам нужно выполнить. И мы что-то там откроем. Вон он едет. Во. Ну, машина собирается останавливаться. Стоп, а подождите, а нам, походу, надо куда-то сейчас доехать, да? Так, королевский. В чем прикол? А как ее выполнить? Как здорово! Уничтожьте. А, его взорвать, что ли, нужно полностью? Или как? Для этого у нас есть вот эта вот штука. Все? Да вы гоните. Ну! О, все, нормально. Теперь нам что-то там открыто, наверное. Навыки. Где? Так. Уникальное оружие. Не понял. Где моя награда, ёпта? Изготовление. Навыки. Здесь было написано где-то. Купите уникальное оружие. Так, это не то. Блях ты, мух. Может, я что-то открыл, но не знаю что. Око за око, ёпросте. Так, вот. Сейчас. Может, вот это реально? Не, вот, сопровождение. Выполните одно задание. Может быть, я что-то не так выполнил? Может быть, это не сопровождение как раз-таки было? Да хрен его знает, друзья. Я в этой игре вообще уже начал сомневаться.
Иногда такое здесь будет. Так, а что-то здесь есть. Здесь есть какая-то, видимо, маска. Нам надо где-то смотреть. Ну, наверняка вот здесь. Ну, не здесь в ящике, я имею в виду. Просто в этой местности. Тут есть какой-то ценный экземплярчик. Ну, там вот знак вопроса какой-то есть. По-любому там. С каждым уничтоженным грузовиком ты все больше ослабляешь врага. Спасибо, брат. Тут явно побывал тигр. Судя по... Вон он. О, медоед! Все-таки ты мне понадобился. Прекрасное создание. А можно было подождать, пока тигр его замесит. Так, это первое. Две шкурки и тигр. А пока что мы посмотрим. Это кусок мяса, а не шкура. Изготовление. Тигр. Тигрик. Тигрик. Тигруля. Все правильно. А тут что-то у нас тоже есть. Так, где он? Там где-то. Сейчас сделаем вот так. Пожалуйста, медоед. Покажись. А, я помню это место даже. О, да. Так, инъектор нам не, почему-то не показывает животных. Либо я просто их не замечаю. Да, к сожалению, почему-то их здесь нету. Вообще, я там нахожусь? Да, прям здесь. Где, по сути дела, должен обитать медоед. Его здесь почему-то нет. Ну-ка, еще один давайте. Вообще, тут я нахожусь? Да тут, тут. На ту сторону побежали. Да ёб, чё за лаги? Так, ребят, чё за лаги? Да вы офигели, ни одного медоеда. Вон. Золотой! Я к тебе. И вот там ещё, ё-моё. Нам одного. А, там, походу, тигр. Хрен узнает, кто там. Ух ты какой, а? Да возьми тоже шкуру. Он еще живой, что ли? Да не, во, все, изготавливаем. Теперь мы можем носить до 8 огненных стрел. И взрывных тоже. Ну и опять сраная мода в керате это. Так, это у нас птичка, нам она не нужна. Так, друзья, предлагаю продолжить в следующей серии.